Всем привет, ребята! Вы на канале Катя, и сегодня мы будем делать колечко из бисера с вот таким бантиком. Хорошо, что вы наткнулись на мое видео, то есть включили на мое, потому что во всех других видео тутор плохой. И с другими туторами получается вот такой бантик. А я придумала такой способ, чтобы он был вот такой, то есть красивый. Вот это мой, а это из тутора на ютубе. Сейчас я буду показывать, как сделать вот такое колечко. Я разрежу это. Мне совершенно не жалко, потому что оно у меня не получилось. Теперь я хочу отделить бисер от желтого и такого коричневого, можно сказать. Вот так вот у меня получилось. Значит, что нам понадобится? Бисер двух, даже трех цветов. Значит, бисер такого цвета, которого будет само колечко, то есть вот это вот. Бисер, которого будет цвет сам бантик. И еще один цвет, который будет вот посередине бантика. У меня посередине синий, бантик голубой, здесь серый. А здесь у меня посередине будет вот такой золотой. Значит, вот. И понадобится нам леска, у меня это 0,1. Можно использовать на 3, но мне кажется, можно попробовать. Лески нам понадобится 20 сантиметров, и то у вас останется большие кончики. То есть вот такая вот маленький кусочек лесочки нам понадобится. Значит, берем лесочку, как вам удобно. Мы уже поступанку сделали. Его делать очень быстро и легко. Вот, берем. И вот на одну из любых сторон, любые, насаживаем бисер. 8 бисерин того цвета, которого будет бантик. У меня это вот эти. Вот у меня 8 бисеринок. И продеваю, и опускаю их. Теперь на вот эту сторону. Вот эту. Наношу ту бисеринку, которая будет посередине. У меня это золотая. Вообще можно тоже на любую нанести. Вот, ну то есть видно отличие. Теперь берем вот этот конец, то есть противоположный. Ну то есть бисеринка здесь, а мы берем другой. Ну то есть противоположный. И протыкаем через эту бисеринку, продеваем крест-накрест. Вот. И затягиваем. Here.
Вот так. Теперь берем бантик, можно двигать вообще. Теперь берем любую сторону и наносим 8 бисеринок, опять того цвета, которого вы хотите сделать бантик. Я нанесла 8 бисеринок, теперь вот так вот опускаю. Вот это у меня расходится, но это ничего страшного. И теперь этим же концом, на который бусинки, ну то есть вот бусинки, они вот на этой леске, вот этой же леской мы проходимся через бусинку, которая посерединке. Вот. У нас получился вот такой бантик. Теперь мы будем делать вот такие палочки. На любую леску набираем 5 бисеринок. Вот так. Теперь 4 куда? Одна слеза. Допускаем. И этим же концом мы вот эту одну отодвигаем, бисеринку, вот эту. Мы ее отодвинули. И через вот эти все 4 мы проходим. И затягиваем. Должно получиться вот так. Вот видите, какая неровность. Теперь мы берем эту же леску и продеваем вот сюда, то есть в бусинку, в бисинку, которая у нас посередине. Надо ее тут просунуть. Вот она. И затягиваем. И вот что у нас получилось. То есть вот, видите? И никакого рога нету, как у быка. Как это делается в туторах на ютубе в других. Теперь берем другую леску, на которую мы еще не делали ножку. И точно так же берем 5 бисеринок. У меня здесь 4, потому что куда-то улетело. Вот сейчас будет... А, это вот она. Угу, это вот она. Ну все, делаем, короче, точно так же. Вот у нас 5 бисеринок. Отодвигаем к бантику. Одну отодвигаем. Через все остальные 4 проходим лесочкой. И чтобы было ровно, проходим через бисеринку, которая у нас посередине. И затягиваем. Только знаете, этим минус. Вот когда вы делаете леску, так как я вам сказала, то есть продеваете в эту бисеринку. Самое главное, вот с этой бисеринкой ее не втиснуть вот в эти бусины, как это сделаю я. А то есть вот сделать вот как эту леску, протиснуть ее в бантик. А я ее протиснула в бусину. Ну, я это колечко делаю для себя,
Поэтому я оставлю так, даже очень мило. Теперь все, что нам надо, это просто натиснуть бусины на оба края. У меня это 16. 16 здесь и 16 здесь. Все, у меня 16 вот здесь, ну, на каждом. Теперь осталось только закрепить. Как закреплять? Не просто завязывать. Берем вот один конечек лески. Вставляем бисеринку. Другим концом проходимся крест-накрест. И затягиваем. Вот так. Теперь просто завязываем на узлы. У меня это лично 4 узла где-то. Знаете, перестраховаться, чтобы точно ничего не развязалось. Я сделала 4 узла. Теперь беру вот так вот и отрезаю. Чтобы оно лучше держалось и чтобы оно не распуталось, я отпаяю зажигалкой кончики. Самое главное — не передержать, иначе у вас расплавится леска. А леска — это уже узлы, и тогда ваше колечко распадется. Если вы дети, лучше попросить это сделать взрослых, потому что я уже большая, не маленькая, и все. И наше колечко готово. Вот такие колечки у меня получились. Надеюсь, что у вас тоже все получится. Ну а вы были на канале Катя. Подписывайтесь, у меня много поделок, и не только из бисера. Также я буду делать тутор на вот это колечко с мухоморами. Оно очень красивое.